По данным национального рейтинга прозрачности закупок среди субъектов Российской Федерации, по итогам прошлого года Чувашия вошла в группу с высокой прозрачностью закупочной деятельности. Одним из главных критериев при этом является бюджетная эффективность. У национального рейтинга 5 групп прозрачности – гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая. По данным рейтинга, за прошлый год Чувашия заняла 6-е место среди регионов, включенных в группу с высокой прозрачностью закупочной деятельности. В первую очередь эффективность системы госзакупок в Чувашии обеспечили централизованные торги, когда проводят совместные аукционы для большого количества заказчиков. Таким образом, легче сформировать единый подход по формированию начальной максимальной цены контракта. Так, в ходе проведения совместных аукционов по лекарственным препаратам за 2016 год бюджетная эффективность составила 12%, сообщает директор ресурсного центра обеспечения госучреждений здравоохранения Ирина Луценко.